2С7. Советская самоходная артиллерийская установка с 203,2-мм пушкой 2А44. Принята на вооружение в 1976 году. Пион предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 километров. 47 километров — это круто, как для того времени. Да и для этого тоже огонь.